Прокуратура вместе с МЧС проведет проверку информации о взрыве и пожаре на одном из заводов компании «Темпа». Видео, на котором видно возгорание и хлопки в производственных помещениях, было накануне опубликовано в одной из соцсетей «Челнов». Там же сообщается, что ЧП случилось в ночь с 19 на 20 января на предприятии «Темпа». При этом в сводках МЧС происшествие не зарегистрировано.